прошли мы регистрацию. Тут билеты вручную выписывают, пишут фамилию, там места. Все так аутентично. Вот самолетик наш Як-40 подготавливают к полету. Где-то морозом он там на борту нарисованным. Этот самолет 76 года. А раньше он летал в Липецке. Идем на посадку. Что-то немножко задержались. Оторвали нам билетик. Подготовка к посадке полным ходом. Тут уже и топориком лед порубили. И все, что могли, сделали. Вот у нас экипаж в колпаках новогодних. Стюардесса пошла еще тоже в колпаке серебристом. Детей куча, все едут к Деду Морозу. Так, у нас четвертые места у окошка. Ну что, начинается наше ретро-путешествие по советской авиации. Сидим в самолете Як-40, бортовой номер РА-88-231, 76 года выпуска, 46 лет самолетику. Вот, и он сейчас нас повезет из Вологды в Великий Устюг. Такая обстановка на летном поле. Вот салон такой у нас, почти полный, может быть. Это 5 мест не занятых. Вот Юля сидит. Готовимся к взлету. Немножко задержали нам вылет. Где-то полчаса назад должны были взлететь. Но по каким-то причинам задержались немножко. Ну, сейчас полетим уже. Поехали мы, порулили на ВПП, на нашем замечательном самолете, который уже 46 лет исправно возит пассажиров. Мы уже летали на Як-40 Вологодского авиапредприятия, но это был другой самолет. Сейчас он уже на хранении. В этом самолете 30 пассажирских мест. Сказали, что лететь будем на высоте 6000 метров со скоростью 500. И где-то через час примерно прилетим в Великий Устюг. Штаб-квартиру нашего Деда Мороза. Ну, полоса достаточно... Рулежка, точнее, достаточно ровная в Вологде. Не такая ухабистая, как в стране была. Похоже, мы сразу пойдем на взлет. Или нет? Нет, наверное, покатимся, докатимся до начала полосы. И там развернемся. Доехали до торца. Сейчас развернемся. И начнем разбег.
обсоливать не стали, все, погнали. Дачи под крылом. Над Вологдой вряд ли будем пролетать, по крайней мере с этой стороны. Еще двигатели достаточно тихо работают, по крайней мере на нашем четвертом ряду. Бескрайними лесами русского севера. О, облачность низкая. Сейчас уже войдем в облака. Ну вот, пробили эту муть быстренько, и уже тут посветлее. Но солнца еще не видно пока. Может быть, и не будет его видно особо, потому что эшелон полета у Як-40 не такой высокий, 6 километров всего, не как у Боингов, Эрбасов, которые на 10-11 летают. Да, ну, видимо, до самого Великого Устюга смотреть будет особо не на что. На высшем уровне на этом рейсе.
вот мы и прибыли в Великий Устюг. Прекрасный, надежный советский самолет Як-40 доставил нас сюда без всяких приключений. Дед Мороз, наверное, нас уже встречает. По крайней мере, Мороз встречает. Сказали, тут минус 10 градусов. Так, это что за здание там у нас? Наверное, аэропорт местный. Хорошая тут полоса, новая, ровненькая. Ну что, будем готовиться к выгрузке. Благодарю вас, что я с вами. Благодарю за внимание.